Майские жуки в апреле. Добрый вечер, с вами снова Гетьман. Приветствую вас на своем канале YouTube Гетьман TV. Сегодня я хочу поговорить с вами на еще одну актуальную тему в наше время – экология. Затрагивая этот вопрос, мы сталкиваемся со многими проблемами, связанными с тем, что человек отъявно портит природу, методично добивая все на своем пути, своей деятельностью и ее результатами. Майские жуки в апреле – это лишнее доказательство деятельности человека, которая вредит природе. Майские жуки в апреле. Они майские, они должны появляться в мае. То, что они появились в апреле – это аномально. Это лишь первое и мелочное доказательство того, какой вред природе приносит человек. По результатам некоторых исследований ученые бьют тревогу о том, что в наших странах, которые не приспособлены к субтропическому климату, через 50 лет можно будет выращивать бананы. Что будет лет через 100? Аномальная жара? Другие неизвестные виды насекомых, которые смогут легко адаптироваться к этой жаре и субтропическому климату, который надвигается на нас? А как противостоять насекомым, которые ядовиты и не приспособлены к нашей среде? Как противостоять последствиям, которые пагубно повлияют на здоровье самих людей? Если вас укусит какое-нибудь насекомое и под рукой нету противоядия, через минуту вы умрете. Допустим, это самый худший вариант. Есть и получше. Но результатом этого всего является деятельность человека, которая тем или иным образом пагубно влияет на все живое вокруг. Есть очень много других аномалий, и если не задуматься об этом в ближайшее время, Земля потерпит крушение. И она ответит нам тем же. Землетрясения по местам, наводнения, катаклизмы, коллапсы – это все накаляется с каждым днем. Мы уже привыкли о том, что сообщения по телевизору все чаще и чаще. Катаклизмы, коллапсы, наводнения, цунами и все остальное. Но мы реагируем на это спокойно, пока мы сидим на своих удобных диванах и пьем чай. Пока мы не столкнулись с этим в своих жизнях. Только на экранах телевизора мы можем сочувствовать людям, которые попали в эту беду. Когда мы попадем в нее сами, будет уже поздно. Люди, давайте задумываться почаще о том, какой вред мы несем природе, и начинать с самих себя, очищение этой самой среды, в которой мы живем. С уборки в подъездах, с выбрасывания мусора в мусорники, а не за них. С очистки своих территорий, на которых мы живем, субботники, стимулировать это все, потому что мы здесь живем. Земля – это наш дом. Давайте беречь ее. Давайте подумаем о своих жизнях и о жизнях следующих поколений, которые мы сами же и производим. Потому что если мы не начнем задумываться об этом сейчас, наши дети и внуки будут расплачиваться с горькими последствиями, которые мы принесли в этот мир. Ведь мы не принесли ничего в этот мир по факту, родившись на свет, и унести мы ничего с собой в могилу не сможем. Давайте же для следующих поколений сбережем то, что у нас осталось. С вами был Гетьман, спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал в YouTube Гетьман TV, до новых встреч!